Срочно! У Сергея Безрукова случился сердечный приступ. Просто во время спектакля. Друзья переживают. Народный артист РФ Сергей Безруков пережил сердечный приступ прямо во время выступления на сцене. Об этом рассказал его близкий друг и коллега по сериалу «Бригада» актер Дмитрий Тюжев в телепередаче «Мой герой». Сережа может умереть на глазах у зрителя. У него даже был сердечный приступ на сцене, потому что он весь в этом и на меньшее не соглашается, заявил Дюжев. По словам Дюжева, актер живет работой. Безруков отдается ей до такой степени, что не обращает ни на что внимания во время игры. Он настолько перевоплощается в своих персонажей, что у него даже глаза меняются. Безруков любит кино. Но все же театральные подмостки обладают для него особой магией. При этом, по сравнению с фильмами, спектакли почти не приносят артисту дохода. Но он продолжает играть на сцене. Театр – это состояние души и некое сумасшествие. Мы с коллегами живем этим искусством, – привел слова Дюжева московский комсомолец.